Денис Владимирович, я знаю, что вы с Вохой много и часто лично общались. Лично для вас это событие, которое произошло, каким оно было? Это личная потеря и для меня, для каждого жителя Донбасса, да и для всех русских. Такие люди врываются в события и остаются в истории навсегда. Именно про них потом пишутся книги, про их подвиги, да и просто про их жизнь. И, конечно, снимаются фильмы. Это все еще предстоит сделать. Но я вам скажу больше. Нам еще предстоит совсем немного потрудиться, чтобы его смерть точно не была напрасна, как и многих других наших товарищей, которые, увы, не дожили до победы, такой долгожданной победы.